Со вчерашнего дня Молдова не пропускает в Приднестровье два контейнера со свежемороженной курятиной. Груз стоит на границе Румынии и Молдовы. Стало известно, что на этом КПП нет возможности подключиться к электричеству и поддерживать низкую температуру в контейнерах. А значит, есть риск, что мясо просто испортится. Курятину этого производителя завозят с 2017 года. У приднестровской компании контракт с птицефабриками из Бразилии, который действует уже 5 лет. Раньше подобные грузы разгружали в Одессе, сейчас в румынской Констанце. Груз продовольствия для Приднестровья всегда везут с оригиналами ветеринарных сертификатов. В этот раз также был весь пакет документов, но Молдова без причины решила не пропускать контейнеры с мясом для Приднестровья. Любопытно и то, что бразильские заводы, откуда везут мясо в Приднестровье, аттестованы ветеринарами Молдавского агентства пищевых продуктов, а значит, имеют право заезжать на территорию Молдовы. Через 3 дня в порт Констанцы прибудет еще 12 контейнеров с мясом для Приднестровья. При этом нам стало известно, что подобные грузы для Молдовы с такими же документами молдавские таможенники пропускают. Претензии возникли только к продовольствию для Приднестровья. Наш МИД в срочном порядке обратился к молдавским переговорщикам с просьбой повлиять на ситуацию.